В рамках проекта «ЖАС-проект» начался прием заявок на конкурс малых грантов. Прием документов ведется в 20 регионах страны с 9 по 22 октября текущего года. В 2022 году пилотный проект «ЖАС-проект» был реализован в 6 регионах страны, однако в этом году будут вручены 250 грантов. Кроме того, в целях расширения географии участия молодежи в проекте в 2023-2024 году планируется ежегодная реализация его в 20 регионах страны. Основной приоритет проекта JAS Project – привлечение малообеспеченной сельской молодежи к активному участию в данном проекте. Для качественной и эффективной реализации проекта в каждом регионе открыты специальные проектные офисы и созданы контакт-центры. Конечная задача проекта – эти гранты станут основой для самостоятельного развития молодежи и развития устойчивого бизнеса в будущем. К заявке необходимо приложить заполненные анкетные данные согласно форме анкеты, заполненную форму проектной заявки. Заявка должна быть заполнена по каждому пункту и в соответствии с установленной формой. Далее вы видите табличку, это табличка критериев оценки социальных проектов. Самым первым критерием является социальная значимость проекта, значимость социальной проблемы, на решение которой направлен проект в соответствии с потребностям целевой аудитории. Второе – это достижение результатов проектов, наличие, конкретность и реалистичность результатов проекта, охват целевой группы проекта. Третье – устойчивость проекта, наличие перспектив дальнейшего развития проекта и продолжение деятельности после завершения финансирования. Четвертое – четкость и рациональность плана исполнения проекта, логичность и последовательность плана мероприятий по исполнению проекта, соответствие планируемых мероприятий проекта, его целям и задачам. И пятое – разумность и обоснованность бюджета, соответствие планируемых статей бюджета, предполагаемой деятельности по проекту. Финансирование гранта будет осуществляться организатором путем перечисления средств на расчетный счет поставщиков товаров и услуг по счетам на оплату, предоставляемых грантополучателями, выставленных в соответствии с утвержденной сметой проекта. Оплата услуг привлекаемых специалистов в рамках проектов будет осуществляться организатором путем перечисления денежных средств на основании подписанного акта выполненных работ на счет исполнителя с удержанием налогов и других обязательных платежей. Главная цель – государственная поддержка новых и современных инициатив молодежи, направленных на формирование активного творческого молодежного сообщества. В связи с внесением изменений в закон с 2023 года на данный грант могут претендовать молодые граждане в возрасте от 14 до 35 лет. По итогам конкурса до конца года планируется предоставить грант в размере 1 миллиона тенге 28 молодым гражданам. Жастар ресурсы орталығы аталған жобаға қатысушы жастарға жаңағы құжат қалай рәсімделеді, олардың жобасын қалай жазылу мақсатында. Целью JAS Project является создание благоприятных условий для развития предпринимательства среди молодежи категории НИТ путем проведения информационно-разъяснительной, образовательной и молодежной работы. Проект направлен на поддержку молодежи, которая в настоящее время временно находится вне сферы занятости и образования. Стоит отметить, что вся информация о конкурсе доступна в специальном телеграм-боте. Результаты отбора будут опубликованы в социальных сетях и телеграм-боте организатора 1 ноября. Ернур Бубиев, Алмаз Данабеглы, новости.